едем на работу уже. Не, так не слышно. Потом скажешь. Где мы находимся вообще? Агропромышленный комплекс Кабардино-Балкарии, да, в окрестностях Нальчика. Вот сейчас бригада выехала на работу. И вот сейчас уже готовимся к уборке. Солнце встает, вот сорта здесь Гава, Моди сорта, в общем, Гольден. Ну потом уж ближе, когда скажешь. Все отлично, да. Вот сейчас вот бригада утром выезжает на работу. Ну, в общем, на тракторе едем. На тракторе сейчас двигаемся. Что за трактор? Беларусь или что? Ну, ты второй день здесь уже, да? Я уже здесь неделю. Где? Сколько платят? Ну, если хорошо работаешь, то... Как понять, часов, хорошо работаешь? Ну, имеется в виду норма там все. Ну, вообще, до трех часов работаешь 2000, а потом еще переработка, если есть на холодильнике, еще 800 рублей добавляют. В общем, до 3000 в день можно заработать. Ну надо пахать, да, как. Ну работаешь как обычно 8-часовой день. Это президенту докладывали, главе докладывали. Было 1600-1700, а сейчас сделали уже вот после приезда Владимира Владимировича, сделали, в общем, 2000 по Кабардино-Балкарии. Это нормально. Ну есть еще моменты такие, когда уже холодно, допустим, уже уважаю, людей мало, студенты вышли на учебу, могут 2200, 2500 поднять могут. То есть заработную плату рабочим. Да, вот так вот. А в Адыгее там и питание, и проживание, и чуть побольше. Там сады помощнее. Ну потом, Тагир, сейчас. Да, да. Здесь. Хорошо. А эти ящики вот сюда яблоки складывают. Вот сюда яблоки как-то не раз, да, складываются. Да, вот да. Аккуратно, потом на холодильник, и уже сортировка идет. Отправляется все это уже в регионы Российской Федерации там для потребителя. Вот так вот идет. Нам сколько ехать еще? Далеко? Ну, минут еще 5-7 ехать. Почти уже мы подъезжаем к плантации. Да. Вот. Вот там я людей покажу тоже. Ну, уже тут как бы в возрасте, да, люди? Да, люди в возрасте. Плюс 60-70, наверное. Ориентировочно, да, выходят вот так вот уже пенсионеры. Ну и молодые работают, да. Вот на вышке сверху вверх никогда не достаешь. А нижним ведрами собираем, аккуратно ссыпаем. И падалица есть, но она как бы как на сок идет, на джем идет, там, на варенье, ну, на пластилу идет. Да. Ладно, продолжим, я на паузу ставлю. Какой сорт? Сорт Гала называется. Гала? Сорт, да. А это Моди зеленый. Ну и Гольден. Ты пробовал? Ну да, вот он. Или лучше не рисковать? Ну, я так попробовал. Не очень, да? Ну почему? Сок, ну как, раньше как в Советском Союзе. Ну, нет, таких сорта, уже конечно, нет. Итальянцы приехали, они говорят, да, говорят, у вас такие запахи, вкусовые качества, говорят. Так вот, лучше итальянцы, пускай они говорят, лучше у вас покупать сорта и в Италию везти. Понятно. То, что в Советском Союзе было, да, у нас. Вот это да, вот мичуринские сорта, Star Crimson, Golden, Семеренко, Мантуанский, Снежный Кальвин. Прям в хранилище, ну, заходишь, запах стоит. Потом а вот ящик, как он должен наполняться? Ну, ориентировочно, вот он. Вот так, чуть, да? Чуть меньше края, почему? Потому что если один на другой ставится, чтобы не давило яблоки. Понял, поворот. Вот сейчас наряд заезжает. Впереди крутой поворот. Так, мы что, спускаемся, что ли? На землю, на грешную. Ребята уже сейчас спускаются, да, сейчас наряд будем заезжать, и уже работа пойдет уже здесь. Все, да. Надо. Пакеты где оставить? Пакеты, наверное, в крайнем. В крайнем. Таскать-то его не будешь, он будет ехать, они будут переставлять. Скажи, где мы находимся? Мы находимся в агропромышленном комплексе, вот это чуть выше Дерменчика, между Дерменчиком и Нальчиком. Ну вот здесь вот. Но сюда добираться это не вариант, если не знаешь где, да? Ну тут машина, специальный транспорт есть. Да, да, это
просто определяют промежуток с времени, где народ собирается, стоит. А так работать многие хотят. Просто с транспортом чуть-чуть проблем. Да, да, пораньше выезжаем, чтобы 8-часовой рабочий день был. И надо целый день пахать, сочкануть не вариант, да, здесь? Или как? Не, ну работаешь здесь, да, как положено, 8-часовой рабочий день. Перерыв есть по 15 минут. Ну по и 15. Один обеденный есть, 25-30 минут. Ясно. Перекушивают кофе, чай, там отдохнуть. Ну, еду с собой надо брать, да? Еду с собой, потому что в 3 часа ты уже свободен. Понял, понял. Хорошо, ну продолжим еще. В маске ты. Ну вот. Сам процесс работы. У тебя что, аллергия на яблоки? Сам процесс работы. Что надо делать вообще? Вот так. Вешаешь ведро вот сюда, да? Головко не слушает, что в маске. Да, вот ведро вешаешь и вот так вот яблоки собираешь здесь. Вот так, двумя руками, ты в перчатках. Мальчики, давай работай. Я не работаю, это он работает. Я снимаю здесь. Не надо снимать. Давай, давай, что давай. Не надо? Немножко поговорили. Ну, в заключение я хочу показать яблоки поближе. Тут, как сказал Тагир, 2 или 3 сорта. Вот такие яблоки.